Как передает Аззи Ас, армяне, незаконно проживавшие на оккупированных азербайджанских территориях, много лет митингуют. Армянским властям совершенно безразлична судьба армян Карабаха, перебравшихся в Армению. Армянские переселенцы протестуют и требуют обещанных денежных компенсаций. Однако власти делают вид, что не слышат эти призывы. Что ни день, то протесты. Накануне в Армении митинговали переселенцы из стран Ближнего Востока. Они более 20 лет проживали на оккупированных азербайджанских территориях. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.